Прошу, досмотрите видео до конца. Пожалуйста. Начнем легко и просто. Леомакс – телемагазин, который терроризирует нас своими продуктами в большинстве каналов нашей страны. Сегодня мы его обозреем. Начнем. Смотрим первую рекламу. Летом на улице жарко, а зимой ужасно холодно. Летом в салоне жарко и душно. А зимой холодно. Да ладно! Установите на торпеде автомобиля вентилятор с функцией обогрева. Устройство работает от прикуривателя и дает направленный поток теплого или ненагретого воздуха. Автомобильный вентилятор быстро прогреет салон зимой или освежит вас в жару. И ведь неплохая вещь. Но сделана она из пластика. При таком обогреве этот прибор может расплавиться, а то и хуже взорваться, и это подтверждают отзывы покупателей. Небольшая поправочка. Всегда следуйте пожарной безопасности. Конечно, лето – лучшее время года. Можно с удовольствием поработать на дачном участке или позаниматься спортом на открытом воздухе. Но порой жара превращает любимые дела в сплошные мучения. От слишком высокой температуры можно получить тепловой удар. Мы предлагаем вам идеальное решение. Новинка на российском рынке. Охлаждающая повязка «Прохлада». Продукт инновационных технологий и простое в своей гениальности решение. Просто намочите повязку, выжмите ее, встряхните и наденьте на голову или шею. Стоп, что? Они продают обычную тряпку и называют это инновацией. Так, сколько она стоит? 750 рублей. Сколько? 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 Телефон, паспорт, права, кошелек, ключи, очки. Каждый день вы сталкиваетесь с проблемой. Куда все это положить? В карманы ничего не влезает. А сумка – лишняя обуза. К тому же ее запросто можно где-нибудь забыть. И вправду. Мы же такие тугодумы, что будем забывать сумки. Ну тупые! Современный мужчина выбирает жилет «Хантер». Стильный и комфортный жилет, 10 карманов которого вместят все, что вам необходимо. Городским жителям и дачникам, автомобилистам и любителям пеших прогулок, грибникам, рыболовам, охотникам. Мужской жилет «Хантер» – лучшая и самая удобная альтернатива сумкам и набитым карманам. И фонарик, и нож складной, и телефон, и документы. Все под рукой. Зачем таскать сумки, когда все можно разложить по карманам? Ах, вот это оправдание. Так, если вы собираетесь на рыбалку, то куда вы наживку то положите? Тоже по карманам распихаете. Претензии к Леомаксу и его продуктам можно предъявлять бесконечно. Но ролик подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И пишите свои комментарии. Всем удачи, пока!